На протяжении 3 лет Анастасия работает консультантом по питанию и профессиональным визажистом в индустрии моды. Постоянно вдохновляясь результатами своей работы, девушка решила создать свой проект «Перезагрузка», где каждая девушка и женщина, вне зависимости от возраста, начала бы думать о себе любимой. Мамы, женщины, они всегда зациклены на своих детях, работа, муж. И всегда свою красоту они откладывают на потом. Запускаются. На первом сезоне девушка Ася Черкашина заняла 1 место. Она скинула во время проекта минус 10 килограмм жировой массы, получила призы. То есть перекрасила волосы, сделала себе ногти, купила себе красивое платье. И самое главное, у нее были остались очень красивые фотки профессиональные. То есть человек уже наглядно видит свою работу и через что он прошел. На втором проекте у нас тоже призы. Ну, конечно, их стало намного больше, потому что партнеры, спонсоры заинтересовались проектом. Изначально участниц здесь мотивируют призы и подарки, но когда они начинают замечать в зеркале результаты работы, понимают, что для них теперь действительно важно. В свои 22 Светлана была недовольна внешним видом и не могла похвастаться хорошим здоровьем. Придя на проект, спустя всего 2 недели девушка добилась отличных результатов. Кожа стала мне замечательная, вообще, не побоюсь этого слова, кожа стала, конечно, намного лучше. Мало того, что я похудела на 7,5 килограмм за 3 недели. Объемы у меня ушли на 38 сантиметров, тело подтянутее. Чувствую себя, конечно, замечательно в плане здоровья. Давно следила за Настей в Инстаграме, очень нравилось. Ее энергетика, красота, как вот меняются с ней люди. И, конечно, первый проект перезагрузки меня очень удивил. Результаты действительно порадовали девчонок. И, конечно, что я хуже, что ли? Конечно, захотелось пойти уже взяться за себя, как говорится, и привести свое тело в порядок. Участница 1 сезона Майя Амосова скинула целых 20 килограмм жировой массы. На 2 сезоне она является инструктором по йоге, помогая девочкам скидывать свой вес. Помимо этого, Майя является матерью 3 детей. А это отличный пример для всех молодых мам. Просто надо поставить правильные приоритеты. Вся моя семья перешла на правильное сбалансированное питание. Нет, все постепенно. Никого не заставляю. Все, рассказываю, допустим, мужу. Но дети не понимают, детям приготовила, вот они покушали. А мужу я рассказываю, и муж вот тоже решил прийти. И мама моя тоже перешла. Если в 1 сезоне победительница была только одна, то на этот раз выберут 3. Ежедневно девушкам-участницам выставляются баллы по всем направлениям, набравшие наибольшее количество и становятся победительницами проекта. Пожелаем девушкам большой удачи. А те, кто тоже хочет перезагрузиться, добро пожаловать на 3 сезон, который стартует этой весной.